Ну что, ждали? А вот она и пришла. Черная пятница. И с вами Лилия Донскова. И сегодня мы вместе будем листать каталог номер 16 от компании Oriflame. Посмотрим, какие здесь скрыты скидки и интересные предложения. Кстати, каталог будет идти всего 2 недели, с 14 по 26 ноября. Желаю вам приятного просмотра. Итак, давайте посмотрим, что нам приготовил этот шикарный двухнедельный скидочный каталог Oriflame. На первом развороте нас ждет набор, следующий каталог, уже номер 17, всего 18 каталогов в этом году. И этот набор будет стоить всего 99 рублей, нужно указать код 128450. И помимо каталога еще будет добавлен пробник аромата Giordani Gold Essence, мой любимый аромат в Oriflame. Пробник маски для лица Wound Effect обновления, ее на ночь наносим, то есть используем как ночную маску, не смывая. И в пробник стойкой супер матовой губной помады в оттенке персиковый беж, серия The One Color Ultimate. Попробуем, или да, Unlimited, вот Unlimited, чувствую, что-то не так называю. И вот первые же развороты радуют большими скидками. Аромат Love Potion Secrets, один из любимейших ароматов моей дочери, и он действительно чудесный. Радует, что здесь есть ароматизированные странички, но лучше все равно заказывать пробники. Если к аромату есть пробник, то его указывают в конце описания каждого аромата. Меленько, код пробника 314-94. Приобретаете. Пробники стоят, по-моему, 30 рублей сейчас один пробник. Зато вы будете точно знать, нравится вам этот аромат или нет. Потому что аромат в течение дня может меняться. То есть он же скрывается постепенно, открывая новые и новые ноты. И вдруг такое получится, что первые ноты вам очень понравились, а следующие ноты будут вызывать какое-то отторжение. Поэтому не рискуйте, заказывайте пробники, ароматы в Oriflame классные, огромное разнообразие, можете читать, какие ноты самые такие яркие, но в среднем в одном аромате около 80 нот. Представляете, если мы просто бы здесь читали весь список, то, конечно же, выбор аромата был бы гораздо сложнее. Проще заказать несколько вариантов пробников, как мужские, так и женские, и уже выбирать из того, что понравилось, потому что ароматы классные. Как я уже сказала, мой любимый Love Potion Secrets, потом Giordani Gold Essence, очень люблю MB Elixir Crystal. Кстати, а вот второй аромат уже мне не так нравится, я его себе никогда не заказывала, мистери. Шикарная серия для ухода за лицом, для взрослой кожи 40+, здесь, кстати, написано. Написано для всех типов кожи, но все же, используя свой собственный опыт, я могу сказать, что, мне кажется, больше всего понравится тем, у кого кожа нормальная и склонная к сухости. Ну, в основном 40+, это уже такая кожа нормальная или склонная к сухости. Редко бывает, что жирность кожи сохраняется долгие годы. Что в этой серии представлено? Ночной крем, дневной крем, крем для кожи, для век, подтягивающий, вот как он называется, и маска. Маска, подтягивающая для лица. Шикарная серия. Тоже периодически себе ее заказываю, в основном зимой, чтобы прям напитать. Эта серия отличается тем, что она подстегивает, так упругой становится кожа, очень заметная, тонус повышается. Серия Novage. Раздел Procuticals. В этом каталоге представлена сыворотка с 10% витамином С. И обновляющая маска для лица из биоцеллюлозы. Кстати, огромные скидки на эти продукты. Поэтому особенно рекомендую вот с витамином С. У кого есть пигментные пятна, то это первый прям вот рецепт, как быстрее избавиться от пигментации. А маска, она быстро приводит лицо в такое состояние прям ухоженности. Отдохнувшая кожа выглядит. То есть если вы идете куда-то на праздник, то перед мероприятием сделайте эту маску, и лицо будет просто прекрасным. На этой странице два средства, которые я тоже рекомендую. Это масла, вернее капсулы, восстанавливающие с концентратом масел. 6 масел, очень ценных и полезных для кожи в одной маленькой рыбке. То есть такие вот рыбки, здесь их будет 30 штук, как раз курс на месяц. И также рекомендую маску ночную для лица. Ее наносят прямо поверх крема ночного и не смывают.
И в этом каталоге предложения прям вау-вау. Маску я люблю. Я ее постоянно заказываю, использую очень часто. Особенно если знаю, что мне нужно на следующий день круто выглядеть, то я делаю эту маску. Утром просыпаешься, и лицо такое свежее, щечки розовенькие, все такая отдохнувшая, просто супер. Тоже рекомендую пребиотический напиток с пищевыми волокнами. Он, мне кажется, нужен абсолютно всем. Если особенно есть какие-то проблемы с кишечником, то однозначно этот напиток рекомендован. Его лучше выпивать каждое утро натощак. Одну чайную ложечку развести в стаканчике воды и просто выпить. Это будет очень полезно для организма. Одобрено ассоциацией веган. Поэтому можно всем, даже кто глубокий веган. Тушь для ресничек. Конечно же, я вам покажу, где же у меня эта щеточка. Вот. Кисточку моей любимой туши, только у меня немножко другая упаковка, но кисточка будет точно такая же. Это тушь XXL 5 в 1. Вот такая классная щеточка. Она достаточно такая большая, но в то же время ей очень удобно прокрашивать реснички, даже у кого чувствительные глазки. То есть она не царапучая, не мешает, как бы не смешивает, да, свою работу с там, как сказать, вот бывает, что у меня некоторые кисточки задевают слизистую, мне очень некомфортно. Вот эта тушь, она классная, либо ее, либо обычную 5 в 1. Я сейчас вам покажу кисточки, вот чем они отличаются, потому что многие не понимают, в чем разница XXL и кисточки 5 в 1. Сейчас вы сами это увидите. То есть тушь XXL, она щеточка чуть-чуть покрупнее. И у нее, вот если классическую смотреть, тут у нее прям узенький-узенький кончик, тут все узенько, то у XXL немножечко расширенные щетинки по внешним сторонам. Но эффект классный и от той, и от другой туши. Поэтому я беру, какая есть со скидкой, ту и беру. В этом же каталоге будет очень большая скидка, всего 259 рублей, по-моему, что-то небывалое. И тушь, удлиняющая с эффектом наращивания ресниц. У нее тоже удобная щеточка, к сожалению, ее забыла приготовить, хотя тоже храню, чтобы показывать вам щеточки. Кисточка удобная, реснички выглядят как накладные, так здорово смотрятся. Опять же, если вы любите такие пушистые кисточки, то лучше выбрать такую. Если любите силиконовые, то значит вам нужна 5 в 1 тушь. Огромные скидки на карандаши для глаз, и чуть далее будут карандаши для губ. Я их тоже рекомендую, потому что они не текут, не расползаются, держится классно макияж. То есть такие прям надежные помощники для того, чтобы сделать глазки более выразительными и эффектными. И что особенно приятно, есть разнообразные оттенки, которые, ну, всегда приветствуются, потому что макияж получается более интересным, когда карандашики цветные, красивые глубокие тона. Помады для губ. Мне кажется, это хит будет сезона, потому что здесь очень много помад. Я полистала в каталоге серии OnColor. Моя одна из любимейших помад Cushion. Вот хочу себе, кстати, заказать один вот из оттенков. У меня сейчас чарующая роза есть. Я хочу либо соблазнительный тауп взять, либо обворожительный нюд. Мне так они обе нравятся. Я вам покажу сейчас розу. То есть вот такая вот помада. Она, кстати, очень стойкая. Пахнет ванилью, такой красивый цвет, просто губы выглядят очень объемными и сексуальными. Мне нравится эта помада, и здесь ей просто пользуются, вот так выкручиваем, и потом просто убираем в колпачок, когда использовали. Она увлажняет губы, такая приятная, классная. Если вы уже пользовались, пишите тоже свои отзывы, потому что все читают по отзывам, потом заказывают. И помада суперстойкая, матовая, серия The One Color Unlimited Ultra Fix. Что с этой помадой особенное? Давайте я вам расскажу. У меня три оттенка, но я ей редко пользуюсь, потому что больше люблю блески. Ей я пользуюсь обычно, когда куда-то иду надолго, и мне нужно, чтобы губы долго хорошо выглядели, потому что у нее стойкость очень высокая. Даже если сделаем перекус легкий, то помада все равно остается на губах. У меня сейчас первое — это нюд, я нанесла. Далее терракотовая, и сейчас скажу, это, по-моему, просто красный. Сейчас нанесем.
Вот. То есть легкое прикосновение к губам в один слой и сразу такой насыщенный, красивый оттенок. Просто великолепные помады. Тоже рекомендую, начните с одной, попробуйте какой-нибудь оттенок, попробуйте качество, потому что наши губы – это загадка. У всех они разные, кому-то не подходят одни помады, другие говорят, что они очень крутые. Да, как раз вот у меня был красный вот этот оттенок, нюд и терракота. Вот эти три у меня сейчас, вы видите, вот в таком порядке на руке. Шикарная помада. Далее у нас идут помады с эффектом металлик. Они дают такое, кстати, легкое нанесение. У меня была одна помада, я ее маме отдала, потому что мне такой цвет просто не идет. Не вижу ее здесь. Потому что, ну, не все, наверное, представлены. У меня был такой какой-то сиреневый оттенок. Мне совершенно такие помады не подходят. Поэтому я ее отдала маме. Зато я очень люблю серию. Ну, у нас получается... Она называется The One 5 в 1. Вот, ультракремовая помада 5 в 1. Кстати, взяла почему-то старую упаковку, потому что у меня еще есть в новом дизайне такая же помада. И если сравнивать качество, по-моему, не отличается. По крайней мере, я разницы не вижу. У меня сейчас оттенок. Давайте ее найдем, если она здесь представлена. Вот, розовое дерево. Просто чтобы вы понимали, что цвет на бумаге будет немножечко отличаться, нежели мы нанесем на кожу. Вот, смотрите, на бумаге гораздо светлее. То есть имейте в виду, что оттенки насыщенные, такие эффектные. Помада кремовая, хорошо увлажняет. Она не стойкая, но и не съедается за 5 минут. То есть помада очень классная. Самое главное, мне нравится эффект вот это увлажненные, мягкие, такие приятные губы. Особенно зимой я не люблю матовые помады, потому что губы и так сохнут. Поэтому я предпочитаю какие-нибудь более мягкие, плотные помады, которые будут защищать губы. Вот, рекомендую, кстати, умный консилер. Забыла его взять, что-то не заметила. Увидела тональные основы, консилер не заметила. Я пользуюсь холодным фарфоровым, потому что у меня кожа очень светлая, и ну, следующий оттенок будет очень темный. Шикарный консилер, просто вау, даже насколько у меня дочка капризная, она покупает консилеры всегда все какие-то дорогие, классные. Я ей дала попробовать наш консилер, она говорит: мама, какой же он классненький. И теперь мы заказываем. У меня, кстати, в запасах лежит две штучки для себя и для дочки, потому что они заканчиваются постепенно. У меня, смотрю, уже прям так немножечко осталось, и она говорит тоже: мам, надо скоро будет новый. По поводу тональной основы, это увлажняющая тональная основа Aqua Boost с SPF 20, 6 вариантов оттенков. Эта тональная основа больше подойдет для тех, у кого кожа склонна к сухости. То есть если у вас вот есть ощущение какого-то дискомфорта, сушит кожу, стянутость, то и уход нужно подбирать более мягкий, такой щадящий, питательный. И тональные основы тоже смотрите, чтобы было написано либо увлажняющая, но только не матирующая и не матовая, иначе кожа будет еще больше страдать. Кстати, у нас вчера в чате была такая глобальная переписка, ну, в командном чате. И девчонки начали хвалить вот эту тушь, которую я, к своему стыду, ни разу не пробовала. И я вчера приняла решение, что я ее закажу. Мне сразу девчонки скинули, что она будет со скидкой в ближайшем каталоге. Закажу, попробую, потому что правда интересно. Отзывы такие крутейшие. Кто-то уже из вас, если ей пользуется, тоже напишите, как вам эта тушь. Одно могу сказать на 100%, что тушь серии Giordani Gold, она всегда... Ну вау, просто по уходу с ней ресницы укрепляются, темнее оттенок становится, то есть они прям лучше растут, гуще как будто бы становятся, толще. Ну сами видите, какой здесь состав, я уж не буду пересказывать то, что в каталоге написано, сами прочитайте. Но дальше идем дальше. Подводка маркер тоже бомба, просто если вы заметили, то здесь идет как кисточка, то есть идеально тоненькая кисточка, которая делает красивейшие стрелки. Карандаш для бровей двухсторонний. С одной стороны вот такая щеточка-расческа, которая просто необходима, когда делаешь брови, рисуешь бровки. И сам карандаш очень классный. У меня как раз такой оттенок есть, я им тоже пользуюсь, но больше предпочитаю использовать тени. У нас есть такие тройные тени для бровей. Мне они просто очень нравятся. И все хвалят вот этот продукт.
Кушан, карандаш Кушан для бровей. Он тоже двухсторонний. С одной стороны карандашик такой треугольной формы, а с другой стороны тот самый Кушан, который позволяет набить бровки, то есть сделать их более объемными, пышными и прокрасить. Тоже хвалят все, но я пробовала только один раз, себе не заказывала. Пока достаточно продуктов для бровей. Следующий продукт — стойкая минеральная тональная основа и тут же антивозрастная основа с пребиотической сывороткой. Это серия Giordani Gold. Одна основа у меня сейчас есть в наличии, я вам ее покажу. Это как раз минеральная. И оттенок у меня, по-моему, здесь так 04, слоновая кость. Для меня это очень темный тон, поэтому летом вот немножко пользовалась, но так как я в этом году не загорала, то даже летом он мне был темный, и поэтому он лежит тут в основном для демонстрации. И иногда кому-то делаю макияж, и бывает такое, что вот как раз этот тон и нужен. Вот такой слоновая кость. Мне только фарфоровый из этой серии подходит, иначе видите, как темно. Сразу такое пятно. Она, конечно, сейчас чуть-чуть подстроится под состояние и под цвет кожи, но все равно будет выделяться. Поэтому шея другая, лицо другое, абсолютно не подходит. Но тональная основа просто очень классная. Здесь еще SPF 15 и отличный ухаживающий состав. Имейте в виду только, что не всем подходит минеральная продукция, то есть где в составе входят минералы. Поэтому клиентов предупреждайте. А вот основа с пребиотической сывороткой — это что-то волшебное. У меня такая была. Я ее использовала до последней капельки, потому что она нереально классная. С ней лицо такое молодое, такое красивое. Вот наносишь, вот начинаю с одной половинки, наношу тональную основу, и на глазах идет преображение кожи. Очень рекомендую тоже попробовать. Особенно тем, у кого уже такие возрастные изменения происходят. И если хотите, чтобы выглядеть визуально моложе, то нужно вот и подбирать такие средства, например, как вот такая основа. Есть еще очень классная корректирующая база под макияж. То есть все вот эти маленькие лайфхаки, они помогают улучшить визуально состояние кожи. И когда мы ходим под макияжем, то кожа получает уход. То есть если вы почитаете состав, то здесь очень много ухаживающих компонентов, которые благоприятно влияют на кожу. Пудра. Вы знаете, я думала, я ее доиспользую уже и брошу в пустые баночки, но, как видите, нет. Так, у меня тот тон 37, слоновая кость. Вот такой оттенок, прям чуть-чуть осталось. Она очень классная. То есть этой пудрой можно пользоваться без тональной основы, просто нанести вот так спонжем. Например, увлажнили кожу, дали крему впитаться или термальную водичку, если вы наносите. И потом вот так просто запечатать лицо пудрой. Прям вот видите, я вот так прижимаю, прижимаю, прокатываю, прижимаю, прокатываю. И получается кожа идеальная, даже без тональной основы. Вот капелька осталась, ну, наверное, за ноябрь использую, и она улетит в пустые баночки. Буду потом новую покупать, пока не решила, какую буду брать, Zivan или матирующую. У меня, кстати, еще компактная еще одна есть. И у меня есть рассыпчатая тоже Giordani Gold, но она мне чуть-чуть желтит. Хотелось бы более для меня светлый тон, но все равно пользуюсь. Хорошо выглядит. Так, про это средство сказала уже. В чем его фишечка? В нем такие маленькие микрокапсулки, такие розовенькие. И когда они наносятся на кожу, начинаете вот так распределять пальчиками по коже, они лопаются. И за счет этого вот микроинсулированные как раз пигменты, да, высвобождаются при контакте с кожей, и происходит такой вот какой-то уже приятный оттенок кожи, и кожа сразу выглядит такой свежий, сияющий, здоровый. А если вы еще сверху тональную основу нанесете, то эффект будет еще круче в разы. Следующий продукт — это CC крем. Тоже пробовала. Есть, по-моему, даже обзор на канале. Я оба оттенка пробовала. Поищите видео, вводите название в поисковике у меня на канале, и вам покажет. Очень тоже понравилось средство, рекомендую, потому что это все-таки CC крем. У него очень высокий функционал и 95% натуральных ингредиентов, представляете? То есть и получается кожа такая, во-первых, покрытие очень легкое, такое вот, ну, не сильно плотное. И кожа сразу выглядит моложе, как будто бы вот она с подсветочкой, такое, ну, что-то прям магическое. В общем-то, тональная основа в Oriflame.
классные настолько, что я вам даже передать не могу. Я их в основном все люблю, редкий тон мне не нравится. Вот, например, моей коже не подходит тон с пипеткой, хотя многие говорят, что это просто бомба. Мне также не подходит тон матирующий серии Giordani Gold, но вот я его что-то не вижу в этом каталоге. Ну и ладно, будем говорить о том, что представлено. Помада Giordani Gold, они тоже ухаживающие. У них тоже очень богатый состав, полезный для губ, чтобы губы выглядели более ровными, пухленькими такими, да, красивыми, чтобы их не сушило. Поэтому даже если в серии Giordani Gold вы берете матовую помаду, то сухости вы точно не почувствуете. Помада роскошная. Тоже есть обзор и на эту серию, и на эту у меня на канале. Все перепробовала, специально ездили в бизнес-центр, чтобы все попробовать, для вас снять видеоролики, поэтому смотрите с удовольствием. А для любительниц таких больших, лохматых, пушистых кисточек для ресничек я рекомендую тушь с экстремальным объемом, потому что здесь действительно кисть где-то в 3 раза больше, а может даже 4, чем тушь 5 в одном. Далее, тоже ухаживающие средства. Кстати, ни разу не пробовала суперстойкую тональную основу, хотя хотела ее взять, даже несколько раз добавляла в заказ, но ее постоянно не было на складе. И потом я просто перестала ее заказывать. Хотя, что мне здесь нравится? SPF 40. Кто-то скажет, зачем зимой такой SPF? На самом деле, когда солнце отражается от снега, то вред еще хуже, чем летом. И здесь, помимо SPF 40, еще суперстойкость. Суперстойкость — это то, что позволяет нам тон оставить на лице, а не на воротнике пуховиков и курток или шарфов. То, что тоже очень приятно. Но я сейчас пока пользуюсь тональной основой тоже. Адаптивная тональная основа серии The One. Тоже у нее хорошая стойкость, тоже не отпечатывается, практически не отпечатывается на пуховичке, поэтому тоже рекомендую. Далее, мультифункциональный увлажняющий крем-тон. Беру дочки, самый светлый. Она сказала, что это ее любимчик из Oriflame. Многие пробовала, даже Giordani ей давала, но она сказала, все-таки нет, этот самый классный. И пудра компактная. Вот почему я сказала, буду выбирать, какую пудру заказать себе компактную, потому что вот еще какая у меня есть пудра, где у нее начало и конец. Здесь у меня чуть-чуть побольше, но тоже она для меня темноватая. Это, по-моему, оттенок 48. Нет, подождите. А, это из другой серии. Так, здесь у нас просто компактная, а у меня матирующая пудра. И вот для меня она темноватая, хотя очень классная. И лучше мне, наверное, взять как раз вот фарфоровый оттенок из этой серии. Прям будет замечательно, потому что по качеству пудра стала шикарная. Если раньше The One она была немного... Ну, как бы были у меня к ней претензии. То есть она была какая-то слишком... запрессованная, что ли, и плохо отдавалась коже. Что вы себе представили, я не знаю. Ну, то есть, когда мы наносим пудру на кожу, то она должна все-таки преображать лицо. А предыдущая пудра, она была практически вообще незаметная, и как бы я ее особо не чувствовала от нее какого-то особого эффекта. Поэтому новая пудра мне нравится выше всяких похвал. Она просто классная. А вот мультиактивный бальзам для губ мне не нравится. Именно AZ с SPF 25. У меня этот бальзам горчит. Стоит только нанести на губы, сразу во рту горечь стоит. Поэтому я его выкинула, даже не оставила вам на демонстрацию. Рассталась с ним раз и навсегда. Но вот зато палетка, палетка The One, это что-то фантастическое. Вот можете себе просто представить, что у вас будет вот такая большая, вот большая палетка, огромная просто. И в нее входит уже бронзер, хайлайтер, румяна. Два варианта для холодного подтона и для теплого подтона. Если кожа нейтральная, то можете выбирать то, что вам ближе, более теплое, более холодное. Шикарный вариант, еще огромное зеркало, то есть можно и макияж полностью сделать. И что мне очень всегда нравилось, то что берешь с собой эту палетку, и уже все есть необходимое. То есть не надо брать еще румяна в шариках, отдельно хайлайтер, отдельно бронзер. Единственное, чего здесь не хватает, это пудра. Ну вот пудру беру отдельно. Следующий продукт — жидкая матовая губная помада. Но такой помады у меня нет. И я надеюсь только на ваши отзывы. Кто пробовал, пишите, будем смотреть. Если бы я себе выбирала помаду из этой серии, я бы взяла ореховое пролине.
Мне очень нравится этот тон, прям такой мягкий, нежный, нюдовый на каждый день, то, что нужно. Вот, кстати, те самые карандашики, про которые я говорила. Я вам покажу два варианта. У меня есть один розовый, еще где-то был карамельный, но что-то он мне не попался в руки. Покажу вам розовенький. Что-то я его сломала. То есть легкое прикосновение, сразу идет такой тон. Это у меня, по-моему, нюд. Вот, это был нюд. А это шоколад. Шоколад, это вот он, шоколадная дыня. А нет, просто шоколадный. Я вам наговорю сейчас. Смотрите, какой цвет. Очень темный. И вот кто любит такие оттенки, оттенки в помаде, то вот он, шикарный. Для меня он темноватый, поэтому я, когда им крашу, то я замес делаю шоколадный и вот этот карамель, я их соединяю. То есть я аккуратненько прокрашиваю сначала темным, потом сверху карамельным, тушую и делаю его более таким мягким. Чем мне нравятся эти карандашики, в конце, если не забуду, покажу, вот как они по стойкости. Потому что мне очень нравится, как они здорово подчеркивают контур. Но вот здесь на фото, кстати, некрасиво выглядит. Не знаю, почему они эту фотографию, как будто, да, он не прокрашивает. Он делает очень четкий, очень красивый контур губ. Если вы видите, вот я проложила по руке. У него идеальный контур получается, и с ним помада лежит намного круче, нежели без него. Если говорить про маникюр, то вот я сегодня делала сама себе маникюр, и мне в этом помогал вот этот волшебник. Называется масло для ногтей и кутикулы в карандаше. 249 рублей. То есть маслице немножечко выдавливаем, и вот так вот кутикулу обрабатываем. То есть что я сделала? Я почистила ноготочки щеточкой с мылом, с крабиком все сделала, потом нанесла маслица и начала обрабатывать ногти. Оттолкнула кутикулу, где нужно было, чуть-чуть подрезала, подпилила, потом еще раз помыла руки с мылом и накрасила ногти. Все, то есть вот весь мой процесс ухода. И иногда периодически я сижу, например, работаю или в дороге где-то с собой, беру этот карандашик с кисточкой и просто наношу немножечко на вот эту зону кутикулы, и долго-долго мне уже не нужно делать маникюр. То есть я маникюр делаю один раз, может быть, в месяц, ну, максимум два. То есть надолго хватает вот этого эффекта. Если постоянно пользоваться вот этой кисточкой, то, в принципе, кутикула очень-очень заметно меньше растет. Вот такая классная штука. Прям всем рекомендую, попробуйте, влюбитесь в этот продукт. Его надолго хватает. Здесь у нас лаки для французского маникюра. Это такие симпатичные. Очень красиво выглядит. Но я люблю такие какие-то оттенки, более какие-то вот холодные и, или нейтральные. И если говорить о том, чтобы удалить лак быстро и легко, то вам нужно средство. Это называется жидкость для бережного снятия лака. Вот она. Такая малышка, хватает очень надолго. Имеет такой рисковатый запах. Даже прям такой насыщенный. Но как она стирает любой сложности маникюр, хоть будут там блестки, какие-то пайетки приклеены, все что угодно, яркие-яркие лаки, 2-3 слоя растворит моментально. Как я делаю? Я беру это средство, беру несколько сразу, ну, 10 таких маленьких ваточек, разрезаю или прям рву пальчиками, смачиваю, приклеиваю сразу на все. Когда дохожу до последнего, вот этот уже начинаю вот так прижимаю пальчиком сильно и аккуратно сдвигаю, и практически сразу снимается весь лак. И если вдруг остается немножечко по бокам, то просто уже переворачиваю чистой стороной и доубираю. То есть процесс смены маникюра, то есть снять, например, маникюр и сделать новый, он стал каким-то вообще легким и прекрасным. Маленький заусенчик не отщипнула. Рекомендую. Просто вау эффект. Никогда такого в жизни не пробовала средства. По поводу вот этого необычного продукта, лак для Nail Art называется, 6 вариантов цветов. Я вам могу сказать, что я не мастер вот это все рисовать, хотя я художник, я рисую акварелью, я рисую очень круто, я легко передаю любую форму.
цвет. Но вот что касается ногтей, сколько бы вы мне ни писали, я не люблю рисовать на ногтях, не знаю, мне не нравится. Я люблю, когда мне кто-то рисует, но сама я даже никогда не хотела экспериментировать. У меня был какой-то опыт не очень такой веселенький, и я подумала, что мне это точно не нужно, пусть каждый занимается своим делом, уж кто любит это, кто умеет, пусть он и рисует на ногтях. А я, в принципе, просто люблю, когда вот маникюр ровненький, гладенький, какой-то такой вот оттенок неброский, либо красный. Я очень люблю красные оттенки. А летом можно какие-то яркие, зеленые, рыжие, синие, все что угодно, потому что летом можно все с цветом экспериментировать до бесконечности. Очень хвалят серию для молодой кожи, именно консилер и тональные средства. Здесь BB крем, On Color, у нас есть ухаживающий тональный основ. Очень хвалят, берут как молодежь, так и девушки уже постарше, пожилые, пенсионеры, все в восторге, говорят, что очень классное средство. Я на себе пробовала, как-то я, потому что дочке заказывала, я не вижу такого вау-эффекта, я привыкла к другим тональным основам. Мне нравится Giordani, безумно нравится, бесконечно, и мне нравится The One, именно адаптивная тональная основа, потому что она очень крепко лежит на лице, не отпечатывается на одежде. Но здесь такая соблазнительная цена, всего 199 рублей. Это прям вау. Тушь для ресничек тоже не понимаю этих кисточек. Мои ресницы с ними никакие абсолютно. Но у меня есть клиенты, которые говорят, вау, какие классные вот эти туши. И такие дешевые, приноси. И берут иногда и 2-3 сразу в запас. Что я вам хочу сказать? Пробуйте, подбирайте себе щеточку, которая вашим ресничкам подойдет. Потому что для каждой реснички нужно подобрать свой вариант реснички в одном единственном числе, для каждых ресничек. Карандашики для бровей, они небольшие, очень тоже хвалят, говорят, они классные. Карандашики для глаз тоже небольшие, имейте в виду, потому что тут нарисован на весь лист. Вы потом получите такой малыш и скажете, что это? Меня обманули. Но еще смотрите по граммам. 1,12. Сравните с серией Giordani Gold. Где-то мы не так давно были на этой серии. Если мы сюда вернемся и посмотрим карандашик, например, для бровей. 1,2 всего. Странно, потому что он тоже большой. А нет здесь карандашика? Ну, посмотрите, может быть... 1,12, 1,2, разница небольшая, но карандаш Giordani будет вот такой, а он колор будет вот такой. Разница очевидная. Так, далее, жидкая матовая помада. Вы знаете, у меня был один оттенок, помада по качеству нереально классная. Я, знаете, люблю это слово нереально классное, привыкайте. Темно-красный у меня уже был, да, это же темно-красный, 63, все верно. А вчера мне подарили еще один оттенок. Так уж вышло, что у меня подруга заказала себе, но ей он не понравился. И что же это за цвет? 58. Темно-коралловый. Ну вот скажите, то, что нарисовано, и то, что в деле, в тюбике, это абсолютно разные помады. Я вам сейчас это докажу. Вот смотрите. И здесь. И здесь. Они абсолютно разные. Здесь прям какая-то коричневая, а тут она, я не знаю, кирпичный такой оттенок, очень насыщенный, бесподобно красивый. Качество просто классное. Я говорю, ну почему ты не заказала себе абрикосовый и подарила бы мне его? Я так хочу абрикосовый оттенок. У меня у дочки есть нежно-розовый, он тоже очень яркий, очень яркий. Они... Не передает бумага, какие они на самом деле, но по качеству это что-то прям вот невероятно. Она абсолютно не сушит губы, при этом она матовая. У нее очень удобный тюбик, если вы посмотрите, здесь вот тюбик, который вы используете, ну, наверное, до конца, потому что можно вот так нажимать, выдавливать помаду до конца. Вот она у нас раз выдавливается. И что мне нравится, как-то вот необычно вот этот вариант помады в тюбике. Здорово выглядит, очень удобно. Конечно, нанесение классная кисточка, потому что такая прям комфортная. Что дальше нас ждет? Серия On Color. Три оттенка кремовой губной помады. У меня нет, кстати, ни одной из этих.
Адаптивный блеск, в чем его адаптивность? Сейчас раскрою секрет, никакого секрета нет. Вот здесь картинка есть. То есть вы начинаете наносить, и он такой просто прозрачный, нежно-розовый. И буквально за несколько минут он вдруг становится таким ярким. Все, это весь спецэффект. Ну, это так прикольно. Девчонки его любят. Но вот мне бы, например, вот этот цвет кажется ярковатым, поэтому я себе не заказываю. И матовая помада. Я пробовала все оттенки, мне вообще ни один не понравился. У меня тоже есть на канале обзор, где я их все записывала. Но помада не вызвала во мне восторга, какого-то восхищения. Опять же, я ее пробовала один раз. Я ориентировалась по цветам, цвета мне не подошли, и я на нее просто так сказала: это не мое. Но я надеюсь, что у вас есть позитивные отзывы, тоже пишите, делитесь, будем вам благодарны. Лайки серии On Color. Вот как раз я приготовила свой, тот, который у меня сегодня на ногтях. Будете спрашивать: Лиля, что за лак? Это он. Но здесь я его не увидела. Давайте посмотрим по коду. У меня код 90. Да, видите? Видите? Здесь не все лайки перечислены. Бывает такое, что одну серию в одном каталоге показывают какие-то одни оттенки, в другом другие не показывают все. Но вы можете попробовать его пробить. Может быть, просто его не отобразили здесь на картинке. На самом деле он тоже будет со скидкой. Наш лак классный. 38990. Вот его код. Вот так он выглядит классно. Обожаю этот лачок. Он единственное, что мне в этих лаках не нравится кисточка. Она не совсем соответствует моим требованиям. Посмотрите, она ровная. Так вам поднесу поближе. Она ровная, прямая. Это настолько дурацкая кисточка. И ей так трудно красить. Если вы видите, у меня даже вот тут есть какие-то неровности. Если бы я красила лаком из серии The One, то у меня был бы идеальный маникюр, прокрашенный настолько ровно, особенно вот это место, вот, где ноготь с кутикулой, да, соприкасается. Но с этими кисточками изобразить таких шедевров просто невозможно. Поэтому, ну, поэтому вот так. Но зато лаки красивые. Серия Норхен. В серии Норхен у нас разные варианты ювелирной бижутерии. Вы можете на сайте открыть большой каталог и посмотреть весь ассортимент, потому что там очень много вариантов таких красивых наборов и на выход, и на каждый день, и часики, и очки, и чего там только нет. И у меня у самой есть несколько наборов, потому что обожаю эту серию в Oriflame, и очень приятно то, что у нас есть возможность такие красивые украшения носить и не ходить за ними в магазин, а заказывать в каталоге и получать за это еще скидку и баллы. А с баллов у нас тоже идут дополнительные преимущества, поэтому все прям вот как я люблю. Ароматы снова пошли. Кстати, да, Dare to Shine — потрясающий такой грушевый фруктовый аромат. Есть мини-версии, некоторые варианты ароматов, то что тоже очень удобно. Серия Women's Collection. Вы знаете, вот, кстати, что я вам могу сказать. Вот, с одной стороны, написано, что этот аромат не стойкий. Но я очень долго ощущаю на себе этот аромат. И в том числе обожаю вот этот крем для рук. Я в прошлом году еще... А, в этой весной были тоже вот эти крема у нас первый раз появились. Я влюбилась в этот аромат и заказала себе штук 5. И сказала, я их никому не отдам. И именно так я и поступила. То есть я вот использую один, я открываю следующий. Потому что я обожаю аромат белой сирени, но он здесь такой мягкий, потому что в состав еще входят зеленые листья и гелиотроп, то, что смягчает аромат самой белой сирени, иначе он бы был слишком тяжелым и навязчивым. А за счет того, что есть другие еще нотки, то аромат становится просто... Ах, боже мой, как вкусно! Как жалко, что я не могу вам передать аромат через камеру. Вы были бы в восторге. Хотя бы начните с пробника, закажите себе пробник и попробуйте, как же это вкусно, нежно, по-девичьи, так женственно. Он такой уникальный этот аромат. Кстати, я себе такой заказала. Флакон у меня тоже есть, но я им пользуюсь только весной. Весной и немножко летом, потому что зима и осень — это не совсем, мне кажется, подходящие сезоны для таких весенних ароматов. Все-таки у меня есть какое-то
внутреннее такое разделение, что какими-то ароматами я могу пользоваться только зимой, какими-то только ранней весной, когда начинается вот эта капель, когда все расцветает. Вот, кстати, этот аромат, он именно такой. И мимоза тоже, кстати, очень весенний. Поэтому я немножечко такая думаю, зачем в осенние каталоги добавили такие легкие летние весенние ароматы? Но на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. Кто-то, наоборот, может быть, зимой любит вдыхать белую сирень и мысленно переноситься в весну, да, как бы приближать весну. Вот еще мой любимчик, это аромат Together. So Five Together Her. Такое странное, длинное название из целых четырех слов. Но аромат классный. Я его люблю. Тоже вам рекомендую попробовать. Влюбитесь. Будете мне потом говорить: Лиля, спасибо. Он, правда, очень классный. Lost in You. Такой аромат есть у моей дочки. Тоже он такой, знаете, на что он похож? My Naked Truth. Обнаженная правда. То есть, если вы скучаете по тому аромату, то можно, в принципе, заменить вот как раз вот этим ароматом. Eclat Femme Weekend. Даже не Femme, а Femme. Eclat Femme Weekend. Тоже для меня это аромат не осенний далеко, а более весна и лето. Очень вкусный, шлейфный, потрясающий аромат. Магнетиста аромат, наверное, без времени года. Это просто сексуальный аромат. Он действительно заводит мужчин, просто супер. И парфюмерная вода Poses Absolute. Супер, шикарный аромат. Ну, кстати, недавно у меня его подружка забрала. Я с удовольствием, кстати, не могу сказать, что рассталась, поделилась, да, так сказать, ароматом, потому что я им практически не пользовалась. У меня просто такая большая коллекция ароматов, кто видел мои видео, знает. И я предпочитаю немного более другие, более сладкие, насыщенные, яркие ароматы. Этот я на себе не чувствую абсолютно. Хотя мне говорили: ой, как у тебя вкусно пахнет. Но мне этого мало. Не нужно, чтобы я сама чувствовала, что от меня очень вкусно пахнет. А вот аромат Signature for Her, я решила ему сейчас дать второй шанс зимой. Потому что в прошлом году я его не распробовала, не поняла немножечко. Но снова и снова читаю состав, понимаю, что это мой состав, это то, что я люблю. И, возможно, в этот сезон, вот я его специально достала, приготовила на осень, думаю, возможно, в этом сезоне он как раз откроется для меня с новой стороны и будет моим другом. И еще хочу один аромат показать. Вот, вот, это он, аромат Clutch. Вот такой он выглядит, как сумочка. Меня буквально вчера спросили: ой, тебе нравится этот аромат? И он мне действительно очень нравится. Хотя первое знакомство с ним, оно было такое неоднозначное. То есть я не поняла, да или нет все-таки. Дай мне ответ. И чем больше я его нюхала, тем больше я понимала, что он меня так заводит. Просто я с ним себя чувствую шикарной, вот просто шикарная женщина. Он не на каждый день, он точно не на спортивные мероприятия. То есть вот насколько он дорого, красиво выглядит, all or nothing, настолько он и шикарный. Не пожалеете, закажите себе пробник, вот он, all or nothing. И к нему еще есть жасмин, очень густой, чистый жасмин. Их можно смешивать друг с другом, получается третий аромат. И он очень стойкий, глубокий, чувственный, невероятный. И я его вам рекомендую. Ну, конечно, это на любителя таких ароматов. Интенсивный антивозрастной крем для рук с солнцезащитным высоким фактором SPF 25. Что он делает? Если у вас на руках появилась пигментация, то он ее классно осветляет. У меня был как раз такой вот момент, когда прям вылезло много-много летом таких вот веснушечек здесь посыпали на руках. Это очень выглядит некрасиво. Какие-то руки как будто грязноватенькие. И я вот этим кремом вывела все пигментные пятнышки. На ура! Вот, кстати, хочу вам похвалить вот этот крем. Омолаживающий для контура глаз и губ. И вот именно контур губ я восстановила этим кремом шикарно. Я не могу сказать, что на глазах я увидела какой-то супер эффект, но у меня в целом состояние кожи вокруг глаз, я вот пользуюсь только коллагеном,
пока. Мне все нравится, все хорошо. Я не увидела, что прям разница огромная. А вот губы, вот тут было классно увидеть, как у меня заметно уменьшилась какая-то вот, да, начала появляться сеточка вокруг губ, как называется, кисейная, да, кисейные морщинки, или, по-моему, кисейные. И они практически вообще ушли, стали незаметны. Поэтому я следом же себе заказала такую баночку. Она у меня стоит, я вот этот закончу. Видите, чуть-чуть осталось, наверное, на месяц мне хватит. И я открою вот эту баночку, потому что уже стоит, ждет повтора. Потому что периодически нужно делать такие курсы. Правда, это серия 50+, но я-то уже рядом. Серия Novage, она, вернее, линейка Novage состоит из нескольких серий, которые отвечают разным задачам. Для зрелой кожи, для чувствительной кожи, для молодой кожи, или кто хочет просто, чтобы засияло лицо, розовые щечки стали. Skin Energize. Экологен — это как раз мой любимчик. Вот моя серия Экологен. Вот. У меня только ночной крем закончился, я сейчас осветляющим пользуюсь. Вот гель, шикарный гель-тоник. Недавно прям открыла полный еще флакончик. Крем для кожи дневной заканчивается. Я возьму опять же осветляющий, потому что у меня после лета немножечко появились пигментации. Я хочу их полностью вывести. Сыворотка и крем для кожи вокруг глаз. Очень удобно то, что он с дозатором. Прям капелюшечку выдавливаю малюсенькую, и на два глазика абсолютно хватает. Серия Ultimate Lift, она именно делает такой эффект. Сейчас я вам объясню. То есть омолаживает клетку фибробласт. А клеточки фибробласты, они отвечают за естественную выработку коллагена и эластина. То есть мы запускаем процесс омоложения кожи. Если вы возьмете вот эту одну серию, сделаете полный курс, именно полный курс, нет смысла брать один крем, ребят. Ну только если для кожи вокруг глаз, ладно. Но если вы хотите работать в целом с лицом, то нужно, чтобы и очищение, и сыворотка, крем дневной и ночной были из одной серии. То есть нельзя смешать, например, взять что-то из серии Wound, вот у меня под рукой просто есть, и Novage. Нет, так не получится. В 7 раз сильнее эффективность, если вы полностью комплексом пользуетесь. И вот эта серия что сделает? У вас подтянется контур лица, лицо в тонус войдет и станет более упругой. И я чередую, я пользуюсь коллагеном 2-3 курса, потом беру Ultimate Lift. Потом опять коллаген 2-3 курса, опять Ultimate Lift. То есть, ну, периодически даю коже такой вот дополнительную стимуляцию, и я вижу классный эффект. Просто супер. Не экономьте на своем лице. Поверьте мне, косметологи возьмут с вас гораздо дороже и при этом не дадут никаких гарантий, то, что они вам действительно сделают кожу классной. Мало того, могут навредить, да так, что потом ничего не исправите. Обожаю концентрированный крем-скульптор для шеи декольте. Пользуюсь постоянно. Забыла тюбик взять, как-то, знаете, не очень тщательно собиралась, потому что вижу, несколько продуктов пропустила. Я обожаю вот этот пилинг. Его делаем на ночь на 20 минут и на следующий день никаких солнечных ванн, потому что это крутой пилинг, он очень хорошо вам очистит, да, верхний слой кожи, лицо станет такое мягкое, такое ровное. Вот сегодня надо будет сделать. И каждый день, просто каждый день берете капельку вот этого крема-скульптора и наносите на зону всю шею и декольте. Прям вот глубокое декольте. Не экономьте, очень надолго хватает, потому что он такой жиденький-жиденький. И у него расход минимальный. Потому что я беру этот тюбик, мне на полгода точно его хватает, а может быть даже и больше. Вот эти все средства для того, чтобы снять воспаление. То есть, если кожа с проблемами, то выбирайте, что вам больше нравится. Ну, кроме, конечно, это матирующий просто гель для жирной кожи, чтобы придать ей матовость. Тут такой контраст. Тут 1000, а тут 100 рублей, да? А что здесь? Это серия Essentials для всех типов кожи. Масочка, такой пакетик маски. И бальзамчик для губ, тоже сейчас им пользуюсь, он такой сладенький. Кстати, интересно, я его первый раз когда заказала, он мне очень не понравился, у меня облезли все губы. Я его сразу отдала дочке.
А потом думаю, а может быть у меня просто был такой период, у меня иногда, ну, хотя бы да, раз в год, у меня кожа на губах облазит. Я не знаю, у кого-то еще такое есть или нет, но вот я заметила, у меня бамс, и кожа вдруг резко становится вся сухая, начинает шелушиться и прям ошметками сходит. И я себе его повторно заказала недавно, потому что у нас кончились все детские бальзамчики. Раньше в детских сериях были бальзамчики, я их очень люблю. Именно вот не смягчашку брать, где там пальчиком, а мне нужны и такие, потому что я не всегда могу пальцем, не всегда чистые руки, а бальзамом я пользуюсь очень часто. Я его опять заказала, говорю, Лера, если мне не подойдет, заберешь? Она говорит, легко, мам, заказывай. И он мне очень понравился, поэтому рекомендую. Просто у меня совпало так. В прошлый раз было не очень удачное время для бальзама. Мыло для лица и тела и очищающее средство для лица 3 в 1. Не пользовалась, не знаю, поэтому ничего не могу рассказать. Зато серия Optimals кое-что у меня бывает иногда. Например, вот эта серия, как она правильно читается? Надо найти название на русском. Ну-ка, нет, нет, меня никто не спасает. Ладно, Urban Gold. Год 3D. И что здесь? Первое. Защитная сыворотка, дневной крем, ночной крем. И в этой серии есть очень крутой спрей. Он как термальная вода и как тоник можно использоваться, как основу под макияж, например, чтобы освежить лицо и тон уже потом накладывать. И очень нравится очищающее средство. Оно как большой такой тюбик зеленый. И оно с легкими отшелушивающими частичками, его можно как скраб делать, как маску, и просто умываться с ним. Представляете? Конечно, кожу вокруг глаз далеко обходим, потому что средство очень такое, ну, прям насыщенное. Недавно совсем закончился мультизащитный крем с SPF 50. Очень тоже нравится. Беру его на лето, потому что высокий солнцезащитный фактор, чтобы веснушки не появлялись. Потом для комбинированной кожи дневной и ночной крем. Здесь у нас мицеллярная вода и тоник, масочка увлажняющая, далее антивозрастная серия. Кстати, очень хвалят омолаживающий бустер, но я так до него и не дошла. Я не очень люблю бустеры, у меня стоит один уже новый ждет своей очереди, но я забываю ими пользоваться, и мне не очень нравится, что нужно капнуть бустер, наложить крем, смешать, потом переносить на лицо. Вот все, что удлиняет время ухода, для меня это просто катастрофа. Так, средства для умывания. Тоже глубокий очищающий гель с фруктовыми кислотами. У меня в чате девочки пишут, у кого даже кожа чувствительная, кому очень сложно подобрать очищение, они сказали, что это просто вау, классная штука. Я не пробовала. Зато я пробовала патчи, и могу сказать, что я не вижу в них что-то такое прям вау, вот это да. Для меня, например, эта цена достаточно высокая, чтобы один раз просто взять, да, и вот нанести. Я не увидела, я их, конечно, пользуюсь, я вижу, правильно, девочка, я беру все для своей кожи самое классное. Но, если честно говорить, мне больше даже нравятся патчи с киви, от которых я вижу эффект сразу, и они настолько, там 8 штук будет стоить 199 рублей, а здесь на один раз одна пара 199 рублей. Ну, честно, попробуйте один раз, просто чтобы у вас было свое впечатление, и напишите мне. А кто пробовал, напишите, они правда такие классные, я что-то не понимаю, или еще кто-то, да, на моей стороне. Так, что у нас здесь? Крем-гель для лица, как раз я вам его уже показывала как пример. Я дочке заказала из этой серии, куда бы уже нанести. Голубенький, такой нежненький, такой классный гель. Я ей давала пробовать всю серию, она сказала, мама, какой он классный. Я думаю, надо заказывать. Я ей всегда брала какие-нибудь недорогие средства, а здесь взяла сразу два, потому что очищение было за, по-моему, 50% скидкой при покупке любого продукта серии Wound. Я думаю, надо ребенка побаловать как следует, чтобы уж она насладилась. И она вот мне каждый день говорит, мам, это такая прелесть, как он классно снимает весь макияж, какая с ним хорошая кожа. Да, мне тоже нравится, иногда беру у нее и пользуюсь. Очень понравился мне вот этот стик, но себе пока не взяла. Думаю, может, как-нибудь возьму, но пока не беру.
потому что не думаю, что прям буду пользоваться им, а может быть буду. Но вот зато понравился эффект сразу. Вот так проводишь под глазками прям. Раз, два, три. И какая-то кожа прям ровная, светлая. Кто-то будет, да, смеяться? Прям глазки как будто сразу чик, включаются. И моложе выглядишь значительно. Вот эта маска мне очень нравится, где она у меня. Я, правда, ее вот в таких вот заказала пакетиках, когда она была по акции, можно было пробнички заказать. Я набрала вот этих масок, надарила клиентам, себе еще оставила кучу, не помню, я штук 30, наверное, взяла. Вау, какая маска суперская! Она, знаете, на что похожа? На серии Swedish Spa была масочка в тюбике. Ее тоже наносишь на лицо, и сразу так горячо. Знаете, эффект сауны. Так, и лицо какое становится мягкое, красивое такое. Прям эти вот поры все стягиваются. Супер! И вот, кстати, можно заказать целый набор. В него будет входить несколько пробников из этой серии Wound. Всего 79 рублей. И можно будет все перепробовать. Что я вам рекомендую сделать. Астаксантин тоже моя рекомендация, здесь на него хорошая скидка. Если у вас есть дисконт, то еще 20%. Если дисконта нет, напишите мне, я вам помогу оформить, чтобы вы тоже максимально экономили свои деньги, потому что астаксантин — это обязательный продукт в каждую семью. И если вы про него еще не знаете, то просто залазите в интернет и читайте, что такое астаксантин от Oriflame. Вы такого продукта нигде не найдете. Как и омега у нас очень классная по качеству. Обожаю наш wellness pack. Ванильный коктейль для контроля веса. Он заменяет, как раз одна порция заменяет один прием пищи. То есть можно не есть котлету с макаронами, а выпить вот такой коктейль. Пользы будет гораздо больше. И так далее. То есть у нас здесь есть для детей, для красоты кожи, морской кальций. Кстати, многие ждут, когда кальций будет со скидкой. Я тоже его всегда беру по скидке, когда он идет, потому что он необходим, особенно для взрослых женщин. После 40 лет кальций нужно пить для костей, для суставов. Очень полезно. Также у нас есть еще вот такие коктейли для перекуса, супы. Кстати, жду, обещали, что выйдет новый супчик с грибами. Когда выйдет, я себе закажу. И масла. Кстати, масла в Oriflame, их 4 варианта, они работают с эмоциями. Есть энергия, уверенность, баланс и релакс. И я этими маслами пользуюсь каждый день. А в основном днем я пользуюсь энергией, либо уверенность, или баланс. Добавляю прям диффузор. А на ночь я всегда пользуюсь релакс, прям каждый день. Редкий случай, когда я не нанесу его, не понюхаю, и чтобы потом быстро и сладко заснуть. Мужские ароматы, мы про это уже говорили. Заказываем пробники, тестируем, влюбляемся и заказываем после этого. Также для мужчин есть тонизирующий гель после бритья, гель-скраб для душа, он с отшелушивающими частичками. И его я пробовала, слушайте, у него такой приятный аромат, цитрусовый, прям очень понравился. Также есть спрей 100 мл для тела, он такой легкий, нестойкий. И здесь очень много всего: гель после бритья, мыло большой кусок, шампунь для волос и тела, пена для бритья. Кстати, цены дешевле, чем в магазине, гораздо, вы можете сравнить. И два варианта дезодорантов мужских. Также серия Novage подумала о наших мужчинах, и у них есть свой комплекс, но у них только 4 продукта. У них получается очищение, крем для кожи вокруг глаз, сыворотка и крем. Вот так. Масло Элио. Что это такое? Это волшебные масла, которые работают с нашими волосами, чтобы они были шикарные, гладкие, блестящие, напитанные. Здесь очень ценные масла, то есть каждый эликсир содержит где-то какой-то 6 масел, какой-то 7, да, вот в них во всех такие чудесные, чудесный состав. Я больше всего люблю почему-то ночное масло, мне оно очень нравится. Спрей мне вообще почему-то не подходит, я его не люблю. А вот дочка у меня говорит, наоборот, ей нравится больше спрей. Поэтому я себе беру другие.
Серия Botanicals на 95% натуральный состав, одобрена ассоциацией, сертификат веганского сообщества есть. Экстракт жимолости придает такую кислинку. И здесь представлены лосьон для тела и крем для рук. Вот крем для рук я, кстати, себе уже приобрела, лосьон не брала, не пробовала. Серия для самых маленьких, это для тех самых, кто только-только появился на свет. То есть с рождения можно использовать эту серию. Она себя зарекомендовала как самая крутая серия, которую можно приобрести для малышей. Очень много отзывов девочек, кто уже протестировал на своих мальчиках и девочках. Поэтому берите смело. Для ножек. Ой, забыла взять свой крем. Еще думала, что-то я еще забыла. Он у меня в спальне, в косметичке. Я на ночь... практически каждый день наношу вот этот крем сейчас на ножки, чтобы они были гладенькие, мягкие и долго меня носили по этой земле. Обожаю наши дезодоранты освежающие. Здесь есть также освежающий крем для ног и ночной. А, это крем антиперспирант. Вот этот ночной, а это крем антиперспирант. На любой вкус. Для волос тоже такой классный ассортимент. Можно заказывать сухой шампунь. Он у меня кончился, из пустых баночек его вытащила. Как раз только-только вот на выкид идет. Что я могу сказать? Для меня этот продукт как палочка-выручалочка. Если нужно быстро привести волосы в порядок, то это незаменимый помощник. Единственное, что у него рисковатый и для меня вообще неприятный аромат, поэтому пользуюсь крайне редко. А вот дочка пользуется часто. Там, видите, тут вот прям тальк. Тальк, но его на волосах не видно. Абсолютно не будет никакой белесости, потому что я когда была брюнеткой, я им пользовалась, но, кстати, тогда мне его аромат вообще как-то не напрягал, а потом видно, что-то произошло с моими вкусовыми рецепторами, и он меня стал просто бесить. Так, для волос, смотрите, что у нас есть. Серия с эффектом климат-контроля, это вот прям мой рекомендейшн вам на зиму, у кого статика, кто снимает шапку и привет, как будто электрическим током, да, стукнули, волосы стоят дыбом. Снимает классно статику и вообще хорошо для волос эта серия. Если перхоть, то этот продукт. Если нужно восстановить волосы, они ломкие, сухие, тонкие или окрашенные. Я, кстати, себе взяла шампунь для окрашенных волос, только большой объем в прошлом каталоге заказала, как раз такой вот гигант 400 мл, хватит надолго. У этой серии есть одна уникальная особенность. Нужно очень маленькое количество наносить. То есть мы моем волосы, обычно там наливаем, вух, и пошло. Тут же надо прям маленькую-маленькую капельку. Вот прям вот пол чайной ложечки. Просто вспенили, перенесли, опять вспенили, перенесли на волосы, промываете два раза. Или можно взять какой-то другой шампунь, более легкий, например, какую-то серию Love Nature. Первый раз промыть волосы, смыть жир, грязь, а потом уже взять какой-то из этих дорогостоящих с богатым составом, профессиональная серия, потому что волосы будут такие все обволакивает этот шампунь, он их сохраняет, оберегает, напитывает, просто фантастика. Краска для волос очень дорогая и очень крутая Клараска. Я пользуюсь много-много лет. Сначала я брала оттенок 3.0, у меня был темно-коричневый. Кстати, на моих волосах выглядел просто как черный. А сейчас я пользуюсь 9.0. Вот из коробочки достаем. Все равно скоро красится. Что здесь в составе? Маска волшебная. Вот эта эмульсия, в которой разводим краску. И сама краска. То есть выдавливаете сюда краску, смешиваете, отламываете кончик и начинаете краситься. Можно самим. Я сама крашусь. Кстати, недавно была в парикмахерской. Мастер решила, что это мой натуральный цвет волос. И когда я сказала, что я крашусь краской, она говорит, я не могу поверить, настолько вообще ровный, красивый тон, такой натуральный. Здесь внутри будут перчатки, не буду шуршать. Что тоже удобно, сразу вы берете краску, и у вас все получается моментально смешать, растворить и так далее. Вот мой цвет, светло-русый, очень люблю этот оттенок, такой приятный. Эта серия тоже для кожи, для молодой кожи, когда начинают появляться воспаления на лице. Обязательно нужно сразу начинать уход, иначе просто это все может разрастись в неприятность. Это раз. Во-вторых, могут появиться проблемы такие, как трудно будет вывести потом эти прыщики. И
Более того, чем часто подростки страдают, они могут начинать выдавливать прыщи, и тогда просто беда. Вывести их будет очень трудно. Лучше прежде, да, заранее начать ухаживать за кожей. Мыло, как я люблю мыло в Oriflame, все люблю. Вот редкое мыло, если я скажу, что мне что-то не нравится. Вот то, что здесь представлено, это просто все любовь с первого взгляда. Особенно отшелушивающее мыло. Это вот как в баньку сходить, намылиться нужно им хорошенько и подержать на коже несколько минут, а потом еще раз мокрой мочалочкой пройтись. И вот прям как будто бы кожу, такой панцирь задирается. Супер! Вот это очень вкусно пахнет, такой восточный аромат. И жидкое мыло. Здесь у нас ждет, я вам сейчас покажу, как выглядит, например, вот слива и мира, по-моему. Восточно-фруктовый аромат. А какой он? Так, это не он. Вот, мира. Слива и мира. Вот мыльцы я взяла, но мы пока еще не открыли. Заканчиваем то, что было. Наличие. Конечно, мое любимое — это лимона-вербена. Потому что он такой цитрусовый, приятный, кисленький аромат, свеженький. Очень его люблю. Здесь у нас еще есть крем для душа. И средство для купания тоже. Серия Botanicals. То есть такая подборка. Прям вау, классная. Попробуйте. Любой из них, я могу сказать, что... каждый из них будет очень классный и самые позитивные впечатления. Зубные пасты. Как раз у меня вот эта парочка сейчас есть. Для чувствительных зубов объем чуть-чуть поменьше. То есть вы видите этот тюбик. Ощутимее больше. 100 мл, а тут 75. Отбеливающая, чувствительная и классные щеточки. Для детей отдельно, естественно, для маленьких, совсем до 6 лет, мы используем вот такие вот средства специальные. Далее, дезодоранты, спреи. Я не люблю спреи, я только шариковым пользуюсь. Для тела сахарный скраб. Просто бомба. Он прям как мед жиденький. Сейчас попробую немножко выдавить, чтобы вам показать, как это выглядит. Сейчас, ну-ка, уже заканчивается. Они у меня один за другим прям идут. Видите, как это красиво. Как будто вот свежий такой жиденький, закристаллизовавшийся мед. И это так классно. Вот больше всего люблю сейчас пользоваться этим скрабом. Особенно зимой мне очень нравится. Такая мягкость после него приятная. Ой, забыла взять банку, показать себе. Заказала вот этот крем с розовым нектаром. Такой, знаете, сладенький аромат как раз на осень, на зиму. Я люблю такие теплые, согревающие ароматы. И средства для волос. Шампунь. Вот у нас как раз шампунь сейчас Лера пользуется. Она любит почему-то серию мёд и молоко. Я часто заказываю. Ей нравится, хотя волосы у нее не сухие, он идеально подходит для сухих волос, для сухой кожи головы. Вот бывает, что кожа прям вот чешется, аж стягивает, просто от сухости. Попробуйте вот этот комплект, и вы увидите, как у вас уйдет эта сухость, и будет просто прелесть. Масочки тоже такие часто берем, нравится очень. Для губ волшебник. Можно использовать как маску, нанести на 15 минут, а можно как скраб. То есть вы берете, я почему-то так редко пользуюсь, но у меня очень хорошая кожа на губах. Он просто очень вкусный. Так пахнет экзотическими фруктами. И губы с ним становятся мягче, мягче, ухоженнее, губки красивые. Особенно если вот сухость преследует, то, конечно, надо дополнительно что-то брать. Маска для лица. Тоже согревающий эффект у нее есть, когда на ночь немножко такое жжение на коже. Она питает кожу. И есть вот такие две маски. Это маска у нас очищающая. Сейчас я найду. Да, сербеной. А это увлажняющая масочка с гранатом. Знаете, какие они маленькие. Стоит 159 рублей, а вот эта большая 219. То есть разница очевидна. Здесь 30 мл, а здесь 75. Вот эти маски очень хорошие по качеству. Вся серия Love Nature. Рекомендую, любую возьмете. Если подходит под ваш тип кожи, то вы будете довольны. Так, что-то еще у меня есть из того, что здесь. Пробовала я вот этого, вот эту парочку. Обожаю вот эту парочку. То здесь у нас зеленый чай и огурец. А это органическая кокосовая вода и дыня. Брала себе, конечно же, какао и кокос. У меня и крем был, и крем для душа. И у меня сейчас большой лосьон гигант. Но его почему-то нет в каталогах. Он был всего два раза, видела его в продаже. 750 мл, такая бандура. Мне очень нравится. Для волос, вот, кстати,
большой объем. У меня как раз питательный шампунь для сухих волос. Тоже очень нравится. Периодически его беру, потому что он хороший, он останавливает волосы, он такой приятный. Или шампунь можно брать два в одном. Для всех типов волос подходит. Тоже авокадо, ромашка благоприятно. Всегда ромашку рекомендовали для волос. Даже раньше заваривали ромашку и ополаскивали отваром волосы. И волосы всегда были у девушек блестящие, живые, такие красивые. Или масло с кокосом. Вот взяла себе и дочке по тюбику, сама один раз делала. И все. Вот, ну, я так вот не очень люблю, когда долгие процедуры, то есть его нужно нести на ночь, оставить, утром встать, вымыть волосы. Я забываю всегда про него. И вот этот тюбик тоже шикарный. Вот вчера, по-моему, вчера или сегодня, сегодня у нас в чате тоже писали такие хвалебные речи. Девчонки, кто первый раз попробовал, говорят, это какой-то восторг, какие волосы. Самое главное, он не жирнит. А именно, если вы правильно будете пользоваться, написано «горячее масло». Но вы же понимаете, что тюбик будет не горячий. Его нужно погрузить в стаканчик с горячей водой, чтобы оно согрелось. И потом нанести на чистые мокрые волосы, влажные. И сделать тюрбан. Подержать. Там написано буквально несколько минуток. Но вы можете минут 15-20 подержать в тюрбане. Пусть оно напитает волосы. Потом смываете опять шампунем. И вот волшебные продукты. Мы уже с вами почти подошли к концу. И я, конечно же, вам покажу... Забыла взять шампунь с углем. У меня запас штук 30, наверное, набрала. Зато вот все масочки захватила вам. Мне кажется, это одни из лучших масочек в Oriflame. Именно вот эти вот пакетики. Я не знаю, почему их не делают большие банки. Я бы прям ведро взяла, банановый, например. И на волосы, и на бутерброд. Шучу. Очень вкусные маски, хорошие по качеству. Кто хоть раз попробовал, потом всегда их заказывают. Поэтому можете просто подарить кому-то одну масочку как комплимент. И у вас появится постоянный клиент. Или вот шампунь-скраб с углем. Тоже влюбится человек навсегда и будет вашим постоянным клиентом. Вот такие роскошные крема для рук. Я себе взяла первый, конечно, сразу схватила грейпфрут. Потому что я обожаю этот аромат, он такой нежно-розовенький, легенький, питательный. Прям живым, как будто вот спелый, сочный грейпфрут кто-то разрезал. У меня уже текут слюньки, как я его хочу съесть. Я единственное забыла себе взять макадамию и кокос. Макадамию взяла, кокос забыла взять. Хотела все попробовать, но забыла. Для самых маленьких новиночки. Парфюмерный спрей с клубничкой. Ой, какая прелесть. И детский лосьон для тела с яблочком. Как здорово. У нас, кстати, была такая серия. Там шампуни и мыло. Для интима. Вернее, не для интима, а для интимной гигиены. Средства для интимной гигиены можно взять с дозатором. Можно взять вот такой вот рефил. Перелить потом в основной флакон. Когда закончится, можно перелить. Получается просто гораздо выгоднее. Кто пробовал, рассказывайте ваши впечатления о рефиле, понравилось или нет. И крем также, смягчающий лосьон для интимных зон. Забыла смягчашку взять. Имейте в виду, это будет вот такой малыш. Вот он стоит на ладошке, то есть маленькая баночка. 10,5 мл всего. Не перепутайте, не думайте, что вам такое пришлют. Когда в Oriflame зарегистрировалась, я, конечно, когда увидела эту банку, я говорю, ого, какой крем, и всего 139. И я, конечно, сразу заказала, ну, естественно, там цены были другие, и я получаю коробку свою с заказом, а говорю, а где же, я же крем заказывала. И мне говорят, ну вот же он. Я говорю, да нет, я же вот этот заказывала, вот этот. Они говорят, так вот же он. И показывают мне в каталоге миллилитры. Для меня это был урок. Что всегда нужно смотреть, сколько миллилитров. Потому что напечатать могут все что угодно. Ну, продукт, конечно, очень крутой, не спорим. Он очень нужный всем, в каждую семью. Мне, кстати, вчера девочка сказала, подружка, что очень крутое средство от укусов комаров. Я не знала. Теперь еще буду знать. Я обычно им пользуюсь для губ, для локтей, для кутикулы, для пяток и так далее. Все, что сухое. И дезодоранты парфюмированные. Мужские и женские.
То есть удобно. Если вы, например, выбрали своему любимому Glacier синий, то и аромат дезодоранта лучше, если будет соответствовать парфюму. И то же самое для себя. Я вас благодарю за внимание. Не знаю, как вы, я очень устала. Я час 15 минут болтала и болтала. Конечно же, это огромный труд рассказать про новинки, про акции каталога. Возможно, я что-то пропустила. Не думаю, что меня стоит за это строго судить. Я вам покажу сейчас, как, ну, как держится по стойкости, как выглядят продукты. Давайте карандаши начнем. Карандаши для губ. Видите, я очень сильно делаю прям усилия. Это кушон. Кушон. Он мягенький. Но, кстати, у него подложка остается. Он как тинт. Так, эти три помады у нас все стойкие матовые. Ультрафикс. Видите, прям еле-еле свезешь, но все-таки свезла. Это кремовая, он колор. И вот эти две из тюбиков, ой, это The One, 5 в одном. А это из тюбиков, которые он колор как раз. Видите, вроде бы все вам показала. В этот раз не очень много, но зато как красиво. Я пойду купаться, а вы пока пишите отзыв об обзоре и делитесь своими впечатлениями о продукции. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока-пока!